Друзья, всем привет! Небольшая информация для тех, кто планирует поездку в Геленджик, ехать со стороны Краснодара через Новороссийск. Ну, попадете в такую пробку, не такая она смертельная и опасная. Слышал, мне в комментариях постоянно пишут, спрашивают, что там, как можно проехать или нет. Показываю наглядно. В принципе, в этой пробке сейчас стоим уже, ну как стоим, едем медленно 20 минут, не смертельно, двигаемся. Если сравнивать месяц назад, когда ехали, простояли здесь полтора часа. Ну, думаю, здесь за полчаса в итоге управимся. Ну, сейчас прокатимся еще дальше, покажу. Доехали до микрорайона Голубая бухта. На часах 13:58. Итого простояли мы ровно 28 минут. Но пробочка еще не закончилась. Дальше тоже еле ползет. Ну, дойдем до конца, все расскажу. Ну вот и все. Итого 35 минут. Ну, разве это особая пробка какая-то гигантская? Бывает и в городе в своем подольше стою. Получается, все, дальше свободное движение, так что в путь, дорогу, погнали! Ну, вы, друзья, поддержите лайком, если было полезно данное видео, сделайте репост, может быть, кому-то будет интересно, как проезд на сегодня здесь обстоит. Ну и, конечно же, следите за нашими новинками, будет что-то интересное, обязательно расскажу и все покажу.